Доброго дня, шановні телеглядачі, і ми продовжуємо наш цикл передач про мистецтво. Ми продовжуємо спілкуватися із цікавими та неординарними особистостями, які до нас залюбки заходять у гості. Тож, давайте знайомитися. Це Олег Клімєнтєв, директор КДК «Кайдакський» та режисер Народного театру «Чародій». Будемо раді сьогодні з вами поспілкуватися. Тож, розкажіть, будь ласка, як склалося так, що ви і режисер, і директор КДК? Як склався ваш творчий шлях, що вас привів до таких посад? Ой, все почалося дуже давно. Ще мальчишка і мечтав бути режисером. І з цього все почалося. Я работал в Доме пионеров, руководил коллективами театра «Кукол» и в свое время пионерской эстрадой, драматическим театром. Так все началось. И позже я заканчиваю Харьковский институт культуры, становлюсь режиссером и продолжаю свою деятельность. В этом году я уже 36 лет как руковожу Народным театром «Чародей». Ничего себе. А директором я стал только 8 лет назад. После того, как дворец был закрыт заводом, это бывший ДК завода имени Ленина, два года он простоял закрытый, забытый. Ну а потом горсовет взял этот дворец на свой баланс, и меня назначили директором нашего культурно-досугового комплекса. С тех пор я и работаю здесь, и директором, и руковожу Народным театром «Чародей». Це дуже здорово. Тобто ви спочатку реалізували свою дитячу мрію, ви стали режисером, так. А потім вже набули досвіду і стали саме директором. Директором. А скажіть, от якщо брати, там, знаєте, у всіх режисерів є якісь свої режисерські амбіції, режисерські мрії, і ви на посту директора, ви їх якось втілюєте, там, я хочу велику залу, я хочу, щоб для от мого театру, для моєї студії, щоб все було, чи так? Ви знаєте, я хочу, і це моє хочу збивається. Наш дворець мав одну сцену, велику. Потім ми захотіли иметь малую сцену, она у нас появилась. И вот уже 4 года назад мы построили еще и камерную сцену. Поэтому у нас дворец как бы развивается довольно-таки интересно в этом направлении. То есть наши хотения, они сбываются. Ви, як кажуть зараз, модно казати, що інформація у Всесвіт, і Всесвіт вам дає. А скажіть, давайте трошечки поанонсуємо, можливо, які у вас є проекти, які зараз готуються, які втілюються на цих площадках, що буде? Вы знаете, вот последние 4 года мы активизировались как фестивальный проект. У нас много фестивалей проходит на базе нашего ДК. Вот в этом году мы провели уже 30-й фестиваль «Чародей собирает друзей». И в этом году, вот в сентябре месяце, мы проведем 4-й фестиваль камерной сцены аматорских театров. К нам приезжают и Запорожье, и Харьков, и наша Днепропетровская область принимает участие в этом фестивале. В чем прелесть этих фестиваль? Они разные, они не похожи друг на дружку. Если «Чародей собирает друзей», это коллективы большие, массовые, то в камерном фестивале принимают участие актеров, должно быть, не более 4 человек по нашим, по программе, которую мы задумали. И, в общем-то, это, кроме этого, у нас, конечно же, есть премьеры в театре. И это, наверное, самое дорогое и самое ценное, что может быть. Премьер у нас много, мы играем много, потому что у нас и коллектив большой, и он рассчитан на то, что у нас работают в нашем Народном театре и дети, и взрослые. И это дорогого стоит, потому что вот мы выпускаем спектакли и для детей, и для подростков, и, конечно же, для взрослого зрителя. Поэтому и премьера у нас в году получается 4-6 спектаклей мы выпускаем в год. Це театри вам заздрять. Це театри вам, да, наверное, заздрять. Да. Ну, в том плане, что нам приходится много ставить. И это наш дворец театральный. Кроме того, что наш Народный театр «Чародей» есть, у нас еще Народный театр, театральная сессия, очень необычный коллектив. Театральный проект. Театральный проект, да. И мы принимаем участие не только у нас. Этот коллектив много принимает участие в фестивале.
фестивалях. И вот Народный театр в этом году в Мукачево был на фестивале. Мы возили спектакль Евгения Тыщука «Солнышко внутри». Это авторская пьеса, и сам председатель жюри, и он же режиссер Мукачевского театра, автор этой пьесы, смотрел наш спектакль. Это, конечно, дорого стоит. И как вы оценили? Вы знаете, хорошие очень отзывы, очень приятные. Мы с ним познакомились, мы с ним подружились. Он человек такой скрытный, больше в себе. Но, тем не менее, я видел, как вот ему нравится наша труппа, как работают актеры. Да, у него это спектакль когда-то, много лет назад был, когда он его только написал. У нас он уже в репертуаре 10 лет живет. Но у нас и есть еще два спектакля этого же автора. Это «Принц и чудовище» и «Принцесса без горошины». Мы играем эти спектакли с удовольствием. Тобто, як кажуть, матеріал ліг на вас. Да. Да, да, да. А чи дозволив автор це? Обязательно. Мы работаем с авторами. У нас есть работы Павла Морозова. Мы поставили два спектакля. Это «Алые паруса» мюзикл и второй спектакль «Заяц и волшебство». Мы работаем с этим автором, он нам очень помогает в работе. Александр Чупин. Кроме этого, в этом году у нас была удивительная премьера «Санни». Наталья Демидова – это активист жилмассива «Парус» нашего города. Она же сама поэтесса, она же драматург. Она нам подарила пьесу. Предложила, и мы ее поставили. Класс. То есть мы работаем с авторами. И это очень дорогого стоит, потому что, ну, знаете, когда говорят «местный материал», он всегда очень ценен, добротен. У нас встречи с этими людьми. И это очень... У нас культурно-досуговый комплекс, не только спектакли. У нас перед спектаклем приходят дети, они могут порисовать, поразукрашивать перед началом. У нас проходят еще аниматоры, идут и представления, интерактивные дискотеки проходят. То есть направление идет не только театрального назначения. Тобто ви такий ексклюзив, можна сказати, бо є от скільки у нас театрів у місті, але от такого, щоб комплекс, щоб там дитина прийшла, як ви кажете, і помалювала, і там щось пограла, потанцювала, це тільки на Новий рік є так звані масовки-йолочки. І все. А так ти приходиш на виставу, і ти, от ти прийшов, подивився і пішов. А тут у вас прям розгуляй, як кажуть. І туди помалював, і туди пішов, потанцював і пограв. От шкода, що вас не можна перенести трошечки поближче до центру, бо КДК Кайдакський, він, ну, на мою особисту думку, я ні на що не претендую, але мені здається, що якщо б він був розташований якось, наш транспортна розв'язка була більш зручною, мені здається, що кожен день у вас би був аншлаг. Вы знаете, у нас полно своих жителей, которые находятся рядом. Это и жилмассив Фрунзенский, Левобережный. Это рядом. Красный Камень, Кунар, Парус, берег... Диевка. Они к нам, конечно. А на спектакли к нам приезжают отовсюду. Класс. И жилмассива Победы, и Стополя приезжают на спектакли. Поэтому мы же играем каждое воскресенье. Вот открываем в сентябре сезон. И на протяжении года мы играем два спектакля по воскресеньям. Я и кажу, что вы репертуарные театры могут вам позаздрить каждую неделю. Заздрить не заздрить. У каждого свое направление. У театров свое. У нас есть свои направления, которые... Наша задача привлечь народ, чтобы люди не сидели дома и не сидели только в гаджетах, а приходили к нам, общались между собой. У нас клубы очень много интересных, по интересам. И люди приходят, общаются, и получают какие-то знания. Ну, як ви сказали, ви КДК, да, культурно-досуговий комплекс, тому у вас дуже різноманітні форми досугу. А давайте поспілкуємося про вашу режисерську діяльність. От є у вас якісь вистави, які вам от запам'яталися, можливо, які ви навіть вважаєте якимись віхами у вашій творчості? Вы знаете, любой спектакль, который ставится, он всегда детище, которое рождается. И уже с ним ничего не сделаешь, он есть. Да, бывают моменты, когда спектакль родился, показали несколько раз. Ну, актер, может быть, уехал, если на него конкретно ставилось. Все-таки у нас любители, поэтому они и поступают, и уезжают за границу, и это такое бывает. Но есть спектакли, которые живут много лет. Первый спектакль, который мы всегда помним, и который часто мы открываем именно сезон, это «Лесовая
первая песня Лесі Українки. Спектакль идет на украинском языке. Мы этот спектакль очень любим. Восстанавливаем его неоднократно. Он живет уже в репертуаре больше 30 лет. Все время. Все время, каждый раз. Вот сейчас мы будем вводить новую актрису. Она даже не знает о том, что она будет вводиться на главную роль Малки. Сюрприз. Да, для нее это будет сюрприз. И я думаю, так она уже догадывается, уже так немножко говорили. Но такие моменты у нас очень... Кроме того, у нас есть такой потрясающий спектакль. Вот он живет уже около 7 лет. Это спектакль «Алые паруса» или «Ассоль» по-другому называется. Это любимый наш театр, спектакль. В нем участвуют два коллектива. Это и детский театр «Чудасики», который у нас есть. Они у нас с самых с 5 лет до 11. Это малые детки эти, маленькие. Да, они участвуют в этом спектакле. То есть это большой такой массовый спектакль, который мы любим, который у нас продвигается постоянно. Это спектакль «Время полной луны» мюзикл. Автор музыки Дима Клементьев, он у нас пишет для наших спектаклей, он в «Алых парусах» написал уникальную музыку. И «Время полной луны» Андрей Гурков нам подарил пьесу, мы с ним переписываемся постоянно. Он нам еще подарил две пьесы, но мы их никак не подберемся к ним. Это сказки «Кошкин дом». Там, ну, а эта пьеса живет в репертуаре, это музыкальный спектакль, танцевальный, очень пластичный по сказкам Маугли. То есть очень много интересного, так сразу навскид, и буду перечислять много-много. Да, вот. да, потому что репертуар очень большой, и ну, мы живем этим, и ставим много спектаклей для взрослых. Вот мы в прошлом году поставили спектакль «Вот так загинув Гуска» Миколи Куліша. Эта пьеса классика. Оказалась, да, несмотря на то, что у нас больше ребята взрослые русскоязычные, но они с удовольствием играли на украинском языке, и они полюбили этот язык, потому что написан великолепно, ну, так же, как и «Лесова песня», мова. Просто песенный. То же самое и Микола Куліш написал шикарную пьесу, и нам этот спектакль идет, он будет играться, и это для взрослого зрителя. Ну, а сейчас вот готовится еще несколько премьер, которые, я думаю, скоро появятся в репертуаре. Но это... пока еще не да, будем пока... анонсовать. Ну, мы сбрасываем, у нас в средствах массовой информации. Если мы уже начинаем работать над пьесой, мы следим за ходом работы. Это и «Кошки-мышки», женщины наши, возрастные актрисы играют с удовольствием, репетируют. У них уже сейчас идет, мы уже сбрасываем и фотографии репетиции, в декорациях уже начинаем репетировать. То есть, хотя спектакль планируется в ноябре месяце. Ну я так. Думаю, ми його раніше як Станіславський заповідав, ото ви так. Спочатку такий період, потім такий. Ні, ну цікаво. Діло в тому, що дійсно йде швидше, ніж ми навіть планували. Хоча він текстовий матеріал, складний. Хоче народитися. Хочуть ребята працювати. І, мабуть, це дуже дорогое. Те, що от приходять люди, різні по возрасту. Мы все влюблённые в театр. И свои сердца они оставляют именно в нашем ДК. Они живут в ДК. До речі, а як же потрапити? Бо в мене вже очі горять, там скільки всього репертуару, скільки всього. А як до вас потрапити? От, скажімо, прийшла людина, очі горять, серце палає, каже, хочу в театр. Як? Приймаємо всіх. Отак от, запросто. Приймаємо всіх. І всіх а як же кастинг? Як оце режисерське крісло? Ніколи. Я об'ясню ситуацію. Діло в тому, що що таке поняття культурно-досуговий комплекс? Всі желающие мають право прийти і почувствовать себе кем-либо. И если они приходят актерами, они будут актерами. Если у него больше тяга к изготовлению реквизита, он будет помогать в изготовлении реквизита. И шить костюмы, помогать делать что-то. На свет сядет, будет помогать, как осветитель. То есть и многие идут на сцену. Был у нас такой момент, когда мы сделали постановочную группу. Было 5 ребят, они пришли, это больше 20 лет назад. Серьезно? Да, они хотели, там делали декорации, не помогали, там все... И постепенно перебазировались в актерский состав, и они стали актерами. Один из них Саша Герасименко, который стал режиссером, который, в общем-то, избрал эту профессию и продолжает сейчас в театральном проекте, он продолжает режиссировать спектакль. То есть это нормальное явление. Приходят к нам все. В этом году мы проводим такой экспериментальный прием. Детей от 11 до 16 лет. Это будет новая группа. И называется она, если я не помиляюсь, экспериментальная. Почему экспериментальная? Потому что вот дети любят сидеть в гаджетах. Они сидят, играются и так далее. А со стороны, они даже пробуют себя записывать. И, ну, как это получается?
меняются, мы видим по-разному. А хтось вже в 6 років веде свій блог і, можливо, навіть заробляє. Вже в 5-летнім возрасті моя внучка умудряється іграти, вона грає в спектаклях у мене в театрі. Це дуже приємно. Но їм це цікаво. І ми вирішили створити таку актерську трупу, ще й телевізійну трупу, де вони будуть актери театру і кіно. Їм цікаво спробувати себе в цьому. Ми будемо знімати, у нас є цікаві ребята, які з удовольствием це роблять. У нас є і фотостудії дополнительно, які приходять з удовольствием. Це теж аматори, які люблять знімати, які люблять і фотографувати і так далі. Вони пропонують свої услуги, ми з удовольствием з ними будемо працювати. Тобто у вас, мені навіть складно уявити, чого у вас немає, ніж те осягнути, що у вас є. Ви знаєте, так повинно бути. У нас і большой пласт літератури, дуже багато книг, які вот завод в своє время віддав. Тобто у вас є бібліотека? У нас нет как таковой бібліотеки. Це не бібліотека, це клуб любителей книги. Тобто книг багато, і кожен чоловік може прийти, сесть и почитать. У нас есть театральная библиотека, где мы помогаем колледжу культуры, режиссерам, они приходят, берут репертуар, у нас очень много книг. То есть в свое время завод лишился своей библиотеки, и книги хотели просто-напросто полить. Мы вовремя пришли, вовремя схватились за это и перетянули к нам. И люди приносят книги, сейчас как бы уже не модно, чтобы полочки были с книгами, и они с удовольствием прочитал книгу, куда ее девать. Они приносят нам во дворец, и так мы, в общем-то, создали свой клуб. Вот класс. Это уже клуб. Библиотека – это не библиотека. Это разное направление, потому что здесь, в клубе, кроме того, у нас есть литературный театр, литературное такое содружество, где собираются поэты, писатели. И вот у нас будет фестиваль 7 сентября. Мы проводим фестиваль поэтов, которые собираются. И здесь же инвалиды нашего города. Они тоже приходят сюда, они пишут свои произведения, читают их. И мы проводим конкурсы. И, естественно, у нас есть целый цикл мероприятий, которые мы проводим в течение года. Именно вот здесь, в нашем читальном зале, где есть рядышком книга, где есть рядышком живые люди, которые пишут, они же издают свои книжки, они дарят нам свои книги, у нас уже есть такие альманахи, сборники, то есть люди могут прийти почитать, и мы тут же читаем эти произведения со сцены, есть люди, которые сами читать не могут, они пишут, но приходится людям помогать в этом направлении, то есть и такое направление у нас тоже существует. Клас. Слухайте, давайте, поки я, бо в мене так дуже багато інформації, давайте такий невеличкий підсумок зробимо. Тобто у вас є театральні фестивалі, так. А саме які це? Камерна сцена, мала сцена, ми її називаємо. Вот це до 4 дієвих осіб на сцені да. Одночасно. Да, да. Ми проводимо, у нас, виходить, этот фестиваль проводиться в День города. Вот как-то так совпало. І тобто там лежать колективи. Вже да, не забаром. Да, в сентябрі місяці ми проводимо цей фестиваль. І приємно те, що к нам приїжджають люди із Запорожжя, із інших городів. Теж от з Харкова підтягуються ребята. Ну, камерні то фестивалі. Вони да, вони з удовольствием. Тут же і поети участвують, несмотря на те, що у нас отдельно є поетичний фестиваль. Но вони вже участвують, як вони вже моноспектаклі показують. Клас, так, камерні ще. Крім цього, у нас є фестиваль, який ми любимо, який живе вже 30 лет. В следующем году, в марті місяці, это весенние каникулы. Целую неделю мы тусуемся с фестивалем «Чародей собирает друзей». Этот это фестиваль, особисто да, вашего театра? Это наш, да, наш театр, который собирает коллективы, которые здесь же проводятся и мастер-классы, и театральные ринги, и общение между театрами. То есть вот такой пласт работы мы проводим на весенних каникулах. А кроме того, у нас есть интересный фестиваль, вот у нас возник 8 лет назад, это «Изумрудный город». Народного творчества, где есть все жанры. Это и хореография, и вокал, и театры, и поэты, и писатели. Это такой мультижанровый фестиваль. То есть каждый день у нас новое направление. Класс. И, в общем-то, тут же и художники принимают участие, и ремесленники, они тоже, в общем-то, приходят, пока свои работы выставляют, выставки работ. То есть у нас это очень-очень хорошо развито.
І є ще один фестиваль «Театральна мозаїка», правильно? Да, «Театральна мозаїка» – это областной фестиваль, где принимают участие образование. И приятно то, что мы уже давно с Веснянкой дружим. Этот коллектив любит наш дворец, мы совместно проводим этот фестиваль. Там шикарные жюри, мы всегда принимаем участие в просмотрах этих коллективов. И некоторые коллективы принимают участие и в «Чародеи собирают друзей», потому что из фестиваля в фестиваль мы перепрыгиваем, вот в этот день закрывается фестиваль Веснянки, и в этот же день начинается фестиваль «Чародей собирай друзей». Вот так у нас ми двухнедельный марафон. Мы не кажемо «просивайте», мы кажемо «до зустрічі». Продолжение следует. Ну, знаете, это вот в этом суть жизни нашего комплекса. У нас постоянно идет нагрузка и фестивальная, вот субботу-воскресенье. У нас переполненный дворец всегда. Слушайте, фестивали на фестивалях. Я слухаю, и у меня складывается вражение, что у вас там ни хвилинки вільної немає. Немає. Там те відбувається, там інше якийсь захід. А це наша задача. Це класно. Як можна більше людей привлечь к нашому досуговому комплексу. Понимаете, у нас уникальная энергетика. У нас есть семейный клуб, в котором люди могут приходить заниматься собой. Кроме общения, они могут заниматься глубинными практиками. Здесь же и рейки, мы приглашаем специалистов, здесь же и психологи принимают участие. Пожалуйста. И это все безкоштовно? Безкоштовно. Они, слушайте, ну, внутри, уявіть, там, уявіть, конечно, друзі, конечно. Є да, такі комплекси, да, де ви просто можете прийти і займатися тим, що вам цікаво. Да. Это клуби. Клас. Это клубы, в которых люди приходят самостоятельно, они находят друг друга, у них есть возможность общаться между собой. Не только по интернету, но и еще здесь же, вот в нашем здании, у нас удивительная энергетика нашего ДК, который действительно вот несет такую энергию. Люди входят. Внешне мы немножко некрасивы, надо ремонт делать, но я надеюсь, скоро он появится, потому что рядышком объездная дорога, которая, знаете, начали... Колись вона буде. Вот начнут делать, я думаю, и фасад у нас заиграет всеми огнями радуги. Мы и так стараемся немножко поддержать. Да, но тем не менее. А внутри всем очень нравится, потому что все красиво, все достойно. Мы пытаемся руками наших волонтерів, учасників, наводимо порядок везде і всюди. Тобто ви живете, як кажуть, людина живе театром, то ви живете тим і ви, і ваш колектив. Слухайте, я вас обов'язково ще запрошу, тому що я не знаю навіть, як це все осягнути. Тут і директор, як цікава особистість, і режисер, як цікава творча особистість. Давайте, щоб у нас сьогоднішній ефір логічно був завершений, щоб він вже підходить до свого завершення. От скажіть, будь ласка, взагалі, от які у вас відносини із колективом? Як ви їх мотивуєте? Як ви їх збираєте? В чому секрет? Є таке поняття «чашка чаю». У нас, если мы проводим какие-то творческие решения или мозговой штурм, мы это делаем за чашкой чая, общаясь у директора в кабинете. Директор кабинет – это не директора кабинет. Это как говорят, проходной двор, солдат это кафе за ливардами. Да. Мы здесь действительно, общаясь, решаем все вопросы. Сюда приходят только, вы знаете, вот есть такое интересное понятие – творческие фанатики. Здесь другие не смогут работать, потому что бывает момент, когда нам приходится сутками быть. Бывают фестивали, вот восточные танцы, когда проходит фестиваль, он может длиться очень долго и в час ночи завершиться. И такое тоже бывает. А кто, как не фанаты, могут остаться и продолжать работу в это время? Это надо просто любить это дело, надо очень любить дворец. И у нас именно работают те люди, которые любят свое дело. Ну, це ж, знаєте, як кажуть, що завжди все йде від голови. І тому я вважаю, що це безумовно... Ну, голова це без такі, рук, без це ног, без серця бути не може. Це ви так поэтому, да, сформували, і це дуже класно. І у нас є, наостанок у нас є такі традиційні питання, я б хотів вам їх задати. Мені дуже цікава ваша відповідь. Їх всього два. Перше питання, якщо б у вас була така чарівна паличка, знаєте, махнув цвєтік, сіміцвєтік, махнув, і все, от як захотілося, так і зробилося. Це перше. А друге, чи вважаєте ви наше місто культурним, потужним у плані культури? І якщо так, чому? Якщо ні, то теж чому? Начну з історії. В 1898 році почав працювати русско-драматичний кружок в Кайдаках.
И через 2 года он уже построил свою клубную аудиторию за платные средства. Это говорит о том, что Брянский завод, который потом разделился на завод Ленина и Петровского, теперь это трубный завод, и бывший ВРАС, сейчас он просто металлургический завод. То есть они, вот здесь были люди, которые любили театр, любили искусство, любили культуру. Это очень большой пласт. А что говорить о городе? Город у нас всегда был по-своему интересным и интеллигентным. Другой вопрос. У нас был ТЮЗ шикарный. Да? Жаль, что сейчас ТЮЗа нет. Есть только вот маленький молодежный театр, где куклы вместе с актерами театра существуют. Так, жаль. Вот. Но тем не менее, вот я смотрю вот чисто по театральному процессу. У нас театральный процесс движется. У нас много интересных коллективов. Это и театр «Кукол на Победе». Мне приятно там Синицына выросла у меня в театре. Тобто все-таки не, то есть мы все не про театральне. Да, театральне. Театральне. Театральне, ну і сьогодні то, що відбувається, народна філармонія, яка проходить по ДК, не завжди можна створити велике кількість людей, не все виходить, не вистачає адміністраторів. Ну, це, мабуть, везде так, куди денешся. Я був в інших городах, я був на фестивалях і в Греції, і в Болгарії, бачив, як все це створюється, як все це робиться, ну, я скажу, ми не хуже працюємо. А от черівна паличка? А от черівна паличка. Тільки так, давай. Это дуже коротенько. Да, коротко. Вы знаете, то, что есть сегодня, наверное, уже свершилось. Уже палочка уже в руках. Угу. То есть все, что мы хотели сделать, мы уже сделали и делаем. А сказать, чтобы что-то еще хотелось бы, ну, наверное, чтобы были меценатов больше, чтобы приходили и говорили, вот давайте мы вам поможем больше денег на костюмы потратить, там, сделать ремонт того-то, сделать фасад. Вот это, наверное, тоже хотелось бы. И, наверное, дякую. Эта волшебная палочка сработала бы. Я думаю, такое обязательно будет. Дякую, дякую. Я теж впевнений, що колись таке буде, що колись настане той день, коли культура і мистецтво будуть фінансуватися не за останнім принципом, не за тим, що залишилося, а все-таки, що це буде там одне з перших місць. Ну, що ж, це така наша культурна лірика. Шановні телеглядачі, я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що ви з нами. І я обов'язково ще буду запрошувати цікавих людей. І обов'язково вас запрошу ще раз, тому що дуже, дуже багато є про що поговорити. Дякую вам за розмову, а вам дякую, шановні глядачі, за те, що дивилися. До наступного разу, нехай вам щастить і будемо надалі спілкуватися про мистецтво. Дякую.